Доброе утро! Вкуснейший лимонад в студию! Выщелачивающий, убирающий слизь из организма. Прям по Арнольду Эрету. Есть такая книга «Арнольд Эрет. Бесслизистая диета». Он советует есть больше антислизистых продуктов, меньше слизеобразующих. Например, лимон, имбирь, все живое, все фрукты, овощи. Меньше вареного, жареного, пареного, рафинированного, всякого. Вот сделали лимонадик. Он выщелачивает, как ни странно. Лимон кислый. Он выщелачивающим свойством обладает. Взяли половину лимона, 2 стакана воды, перекрутили в блендере, процедили и попиваем лимонадик. Можно с метком, кто любит послаще. Такой вот есть вариантик. Домашний лимонад, полезнейший. Только потом ротик полоскать, зубы, чтобы эмаль кислота не разъела. Вот так это вот природный выщелачиватель такой, парадоксальный.